Я рекомендую вам подписаться на канал Школьник Донат. На этом канале выходят, ребята, видосы по танкам онлайн. Также напоминаю, что это канал начинающего летсплейщика. И здесь в скором времени будут выходить просто уйма видео. Также у этого автора есть видосы со мной. Если вы заинтересовались данным каналом и вы хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте сейчас на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер и Джойс, поздоровайся. Всем здорово. Да, ребятушки мои дорогие, сегодня я вам хочу анонсировать, так сказать, просто мега эпичный конкурс. Если опять же у меня там трактор сраный не будет ездить за окном, который мне просто портит всегда мои видосы. Вот, ребята, хочу вам анонсировать конкурс такой достаточно эпичный, в котором вы можете, ребята, выиграть 750 тысяч кристаллов, либо там 700 тысяч кристаллов, я не знаю. Короче, ребята, самый большой пакет, который есть у нас в Танк Онлайн, именно по донату. Он там вроде бы стоит 3000 рублей. Вот, и, короче, вы можете, ребята, его просто на изичах выиграть на свой аккаунт, и я сейчас просто лег в минус, как полное днище. И... ребята, в этом конкурсе как раз таки не нужно будет делать никаких репостов, там, подписок, там и тому подобное. Этого ничего не нужно будет делать. И здесь как раз таки будет все зависеть, ребята, именно от вас. То есть нет рандомной ситуации, да, нет рандомного сайта, который это все дело выбирает, а только вы можете, так сказать, решить свою судьбу. И сейчас я вам расскажу как раз таки всю фишку данного конкурса. Вот, вам нужно будет взять сникерс, да, ну, сникерс обычный, самый маленький, там получается одна долька, либо можете купить себе большой, и просто получается взять одну дольку, и ее нужно, ребята, будет съесть за 15 секунд. То есть мы, опять же, будете, точнее вы будете скидывать нам свои скайпы, мы вас добавлять там, когда по времени в конфу, вот, у вас должен быть, соответственно, сникерс, вот эта одна долька, и вы должны на скайп именно съесть этот сникер за 15 секунд, потом, соответственно, показать, продемонстрировать во рту, что у вас ничего там не осталось, и если это так, то есть у вас там ни хренашки не осталось, вы можете просто на изичах, ребята, выиграть эти самые кристаллики. Также, ребята, хочу вам сказать, что все будет также записываться на видео, то есть весь этот процесс, соответственно, будет записываться на видео, и потом также будет выложен на YouTube канал. Это будет сделано, ребята, для того, чтобы, так сказать, люди видели, что реально там участники участвуют, чтобы никакого подставного чувака там не было. То, знаете, можно сказать там, вот там где-то там чувак, короче, съел сникерс, и он у нас выигрывает. Вот, ну все, ребята, у нас будет по чесноку. Да как так-то меня переворачивают? Вообще, это жесть какая-то. А я еще лагаю, я рендерю видосы, лагаю, и, скорее всего, это то же самое, что в том видео, где типа я читерил. Хотя, естественно, не понимаю, что я не читерил. Вот, и, короче, ребята, смотрите, вы должны прекрасно, да, понимать и знать, что данное видео, то есть, если вы будете участвовать в этом конкурсе, то видео со скайпа с нашей конфы попадет обязательно на мой YouTube канал. То есть вы, опять же, не должны как бы быть удивлены потом, что этот видос окажется на моем YouTube канале, и типа скажете там: Вайдер, а какого хрена, типа, кто тебе разрешал? Вот, и я вам сразу, ребята, говорю в видосе, что видео будет выложено на YouTube канал, и, соответственно, вы можете, опять же, если вы выиграете, там, заработать себе какое-то количество кристаллов, ну, не какое-то количество кристаллов, а именно 700к, я думаю, это вообще просто неплохо и отлично. И 750. Вот, и также попадете на мой YouTube канал в качестве такого участника. Вот, ребята, можете скидывать логины скайпов мне в личку ВКонтакте. То есть скидывайте, пишите свой логин и пишите такое сообщение, типа: хочу участвовать в конкурсе. Соответственно, мы потом в определенное время будем это все дело смотреть, проверять и будем вам звонить. Ну, опять же, кто захочет поучаствовать. То есть, и, ребят, напоминаю, у вас должен быть сникерс, вот эта маленькая часть, и вы должны иметь веб-камеру, чтобы мы могли, конечно, все проверить. А то, если будет без вебки, это как-то вообще будет не круто. Там да. Скажет вообще: за 2 секунды съел, давай мне гони 750 тысяч кристаллов. Вот, и, короче, ребята, если вы, в принципе, вот эти все действия выполняете, то все, вы мало того, что выигрываете кристаллы, так еще и просто будете изи-победителем на моем канале.
Так, нет, 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 да как меня-то рельсы ваншотят на вас? Я же вроде в продиге. И они меня еще все равно убивают. Что? Я говорю тем, кто будет участвовать. Кстати, ребята, вот нужно прямо, чтобы вы были с нами в конфе, потому что один чувак выпил 1.5 литра колы не в конфе, а просто так, на камеру снял. Это не считается. Такие работы не принимаются, так как, ну, я уже сказал, и Вайдер сказал. Я в своем видосе вот тоже про колу, Вайдер, про сникер, что нужно только в скайпе. Да, да, ребятушки. Кто, опять же, не понимает, там, о чем сейчас Джойс говорит, там, о какой Коле, вроде Вайдер тут загонял нам дичь про сникерс, а тут уже о Коле речь идет. Вот, у Джойса проходит, ребята, конкурс, подобный моему, то есть там такой же номинал в призовом эквиваленте, в принципе, в кристаллах. Но только вам там нужно будет выпить 1.5 литра колы. Вот, ну, также, если вы хотите поучаствовать от Джойса, ссылка на него есть, конечно, в описании. Так что, ребята, имейте в виду. Вот, в принципе, ребята, вам я все рассказал об этом конкурсе. Если вы хотите... Ну, давайте сейчас еще пару минут, так сказать, погоняем, все дорасскажем. Да. Вот, если вы хотите поучаствовать в данном конкурсе, то можете отсылать мне Skype. При этом нужно написать текстовое сообщение типа логин скайпа и написать нужно конкурс и все. То есть пишите логин скайпа и слово конкурс. И когда я буду разгребать личку, я буду, соответственно, смотреть по первому сообщению, что у нас ребята именно написали по поводу конкурса, и они хотят в нем поучаствовать. Ну и, в принципе, я буду, ребят, знать, флудить мне, еще раз говорю, ребята, не нужно. То что типа, Вайдер, ответь, 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 ау, 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 ответь, Вайдер, 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 пожалуйста. Вот, ребята, как я, так сказать, мы с Джойсом созвонимся в скайпе. Будем, конечно, вас проверять на вот эту. Если вы, опять же, все готовы сделать, мы вам предварительно напишем ВКонтакте. Если вы готовы, то, соответственно, мы вам звоним. Ну и вы пытаетесь съесть сникерс за 15 секунд. А лучше свои страницы ВК скидывайте в описании, точнее, в комментариях здесь в Ютубе, и мы, естественно, вам напишем. Только пишите те, кто будет участвовать, а те, кто не участвует, не пишите, потому что у нас, опять же, времени не так уж и много. Да, ребята, времени, опять же, говорю, не так уж и много, поэтому участники, я так думаю, будут и будут, их, в принципе, немалое количество, потому что 750 тысяч кристаллов, ребята, я, так сказать, на дороге не валяются. Потому что да. Меня, опять же, там говорили, типа, вот мне подписчики, типа, вот, Вайдер, там, устраиваешь рандомные конкурсы на миллион, выигрывают там какие-то типы, которые вообще там раз в день заходят в танки, просто посмотрели видосы и написали. Ну, а сейчас, ребята, я вам, в принципе, даю всю волю, так сказать, вашей фантазии, вашим способностям. Если вы, в принципе, согласны на это, то есть на запись вас именно в конференции, выкладывание вашего видео, ну, соответственно, с нами в конфе, которая будет заснята на мой YouTube-канал, и если вы способны захавать сникер за 15 секунд и при этом выиграть бабки, ну, как бабки, да. Кристаллы неплохие. Так что, ребята, можете, соответственно, оставлять логин свой скайпа и писать конкурс. И потом, как я буду заходить, смотреть на это все дело и, конечно же, вас, ребята, приглашать. Так что, ребята, с вами был Джойс и Вайдер. Всем пока-пока. Пока. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame. That you got no honey.